И уже на следующей неделе Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Франции. Встреча с Эммануэлем Макроном состоится в понедельник в Париже, после чего запланированы телефонные переговоры лидеров нормандской четверки. Макрон, кстати, заявил, что планирует организовать личную встречу лидеров квартета. Об этом французский президент сообщил в интервью европейским СМИ. Все подробности об этом узнаем от Татьяны Лагуновой. Президент Франции, журналисты 8 европейских печатных изданий Эммануэль Макрон дал большое интервью ведущим СМИ и рассказал, каким он видит будущее Евросоюза и роль Франции в объединенной Европе. А также заявил, он планирует как можно быстрее провести переговоры нормандской четверки в формате саммита лидеров квартета. Когда может состояться подобная встреча, и если предварительные договоренности, Макрон не уточнил, назвал только приблизительную дату до саммита Большой Двадцатки. Он стартует 7 июля в немецком Гамбурге, то есть через 2 недели. При встрече с лидерами Украины, Германии и России Макрон хочет понять, на каком этапе находится процесс выполнения минских договоренностей и как его можно ускорить. Большую же часть беседы с журналистами Макрон посвятил будущему Евросоюза. И рассказал, он хочет дать новый импульс объединенной Европе, создав альянс доверия с Германией. А для этого нужно сначала провести реформы во Франции, чтобы она вместе с Германией стала мотором для всего Евросоюза. А еще Макрон раскритиковал лидеров восточных стран ЕС, которые, по мнению французского президента, часто цинично пользуются благами ЕС, но не уважают его ценности, забывая, что Евросоюз – это не супермаркет, а общая судьба. Интервью Макрона многие европейские эксперты уже назвали его внешнеполитической программой. Дескать, Франция больше не хочет быть на политическом бэк-вокале у Германии, как во времена Франсуа Олланда, а попытается скорее петь с немцами дуэтом. Получится ли у Макрона, покажет время. В любом случае, в условиях Брексита и прохладных отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами новые сильные лидеры Европе точно не помешают. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».